Эту новость вы могли и не заметить, потому что ее обсуждали только транспортные фанаты. Подпишитесь, а я расскажу, что вы могли пропустить. На станции улица Академика Янгеля изначально было другое освещение. Вот такое. Да, она была очень ярко-желтой, а сейчас она стала белой, потому что на ней поменяли освещение. И только транспортные фанаты стали возмущаться, а остальные сказали: «Ну так же действительно лучше». А знали ли вы, что Академик Янгель, в честь которого названа улица и станция метро, на самом деле конструктор ракетных комплексов? А оформление станции, вот эти вот штучки, это как бы сопла ракет, из которых вырывается огонь. А огонь, конечно же, не белый, а желтый. И вот как быть? Какое оформление лучше? То, которое сейчас белое, или то желтое, которое настоящее? И напишите в комментариях, вы вообще знали о том, что такая идея в оформлении?